Комитет по туризму Московской области пригласил региональные организации туристической отрасли принять участие в форуме «Сильные идеи для нового времени 2022» и предложить инициативы по 7 направлениям. По результатам мероприятия участники смогут получить обратную связь от экспертов, пройти акселератор и сформировать команду. В рамках форума будут выбраны 100 самых сильных идей.